Здравствуйте, друзья, с вами Феликс на канале. И этот ролик опять о сайте InfiniAI, а точнее о том, во что трудно нам с вами поверить. Итак, ну предварительно я тут провел небольшой поиск. Вот смотрите, это сайт eBay. Давайте я его обновлю, чтобы видели, что это никакая не картинка, а именно все тут вживую. И вот, например, в качестве примера вот рассмотрим вот эту игрушку из Звездных войн, там Лего такое. Посмотрите, цена почти $400 вот этого набора. Цена $400. Теперь посмотрим ту же игрушку на Амазоне. Давайте опять обновим страницу. Долго получается, но чтобы она окончательно обновилась. Смотрим. Та же самая цена. Теперь посмотрим эту же игрушку на гипермаркете Walmart. Давайте вот тоже обновим. Цена 299,95. С бесплатной доставкой и так далее. Это все одинаково на всех этих трех площадках. За доставку и так далее ничего платить не надо. В чем смысл того, что нам предлагает InfiniAI? В принципе, вот смотрите, мы можем, каждый из нас отдельно, без всяких InfiniAI и других таких платформ, мы можем зарегистрировать аккаунт на eBay, можем зарегистрировать аккаунт продавца на Амазоне, и обычным вот копипастом нам даже покупать вот этого не надо. Покупать на Walmart вот эту игрушку перед тем, как выставить здесь и здесь, нам не надо. Нам просто надо скопировать все эти выходные данные, там сколько тут чего, картинки все эти, просто обычный копипаст. Скопировать и вставить как от имени продавца вот на этих двух площадках. Вот и все. Здесь нам ни InfiniAI, повторю, ничего не нужно. У вас возникнет резонный вопрос. Если я тут, сидя в Армении, или вы в России, или на Украине, и в Украине, обо всем этом знаете, что американцы не знают, почему они покупают что-нибудь за 400, если можно в супермаркете, в гипермаркете купить за 299. Знают. А теперь посмотрите, у вас в доме есть что-нибудь китайское, например? Точно есть. И вы все это покупали на Alibaba? Нет. Вы покупали это где-то в магазине или где-то, отлично зная, что вы переплачиваете. Ну, вы не заказывали, не ходили там по сайтам, интернет-магазинам, не выбирали, где что дешевле. Ну, потому что для вас разница в цене была несущественной. Если для нас несущественно $2-3, для американца несущественно сотня долларов. Иначе вот эти товары не были бы здесь выставлены. Вы что думаете, они не продаются? Конечно, продаются. Конечно, продаются. И еще раз скажу, если вы хотите сами торговать, можете торговать сами. Но в чем прелесть и преимущество вот здесь вот наверху? Ну, мысленно дорисуйте себе еще одну вкладку InfiniAI. Что нам предлагает эта платформа? Во-первых, изучив полностью за 2 с лишним года весь рынок электронной коммерции, они выбирают, ну вот я посмотрел эту игрушку, но я не знаю, будет она продаваться или нет. Но в любом случае, в
таком вот, при таком механизме я ничем не рискую. Просто выставив на продажу, допустим, на eBay, эту игрушку, как только у меня появляется покупатель, тут деньги вперед, как говорится, в известной нам комедии. Покупатель заплатил мне 400 баксов, и я с этих 4 баксов закупил на Walmart эту игрушку, и адрес доставки, вот он, шиппинг, указал вот этого покупателя, который у меня купил, и все, и положил в карман сотню баксов. Вот вся нехитрая схема заработка, которую мы можем иметь на платформе InfiniAI. Но изучив весь этот рынок, InfiniAI имеет возможность вот эту игрушку у производителя заказать в больших количествах и за меньшую цену. То есть за $100, например, к слову. И предлагает нам, вот включитесь $100 на эту игрушку и продавайте вот здесь и здесь по этой цене. То есть в два раза увеличьте. Ну это так, есть вещи всякие, на которых не один к одному прибыль, а там один к сотне. Что-то покупаешь за 50 центов, продаешь за $12-13. Вот посчитайте. Потому что InfiniAI, вот эта команда ихняя, которая, ну, здесь нет, она вместо нас, изучив рынок, заказала у производителя. У нее, у InfiniAI, этот товар намного дешевле, чем в том же Walmart. И еще одно. Если вы, допустим, таким вот образом самостоятельно, опять же, ребята и девчата, для такой торговли вам никакая платформа в принципе не нужна. Просто надо искать, где что дешевле, и выставлять там, где это все дороже. И все. Второе преимущество платформы InfiniAI в том, что если у вас 2, 3, 5 таких всевозможных товаров, вы можете в ручном режиме отслеживать наличие. Вот как может получиться. Вы, допустим, выставили эту игрушку, зная, что на Walmart она стоит столько. Но на момент покупки вот кто-то нашелся покупатель, он перевел вам $400 и ждет своей покупки. Вы кинулись в Walmart, а ее тут уже нету. Вы не выполнили заказ, вас забанили на 3 месяца на этой площадке. А инструменты InfiniAI позволяют отслеживать, выставленные вами товары есть в наличии или нету. Есть колебания в цене или нету. Может, вы поставили там эту игрушку и забыли они. Если, еще раз скажу, если их 5, вы можете отслеживать в ручном режиме. Есть, нету, цена поднялась, уменьшилась. Потому что вы надеетесь, что вот за счет того, что на Walmart есть, вы выполните свой заказ. А если товаров будет 50, 100, 200, 300, за которые вы изначально ничего не заплатили, в принципе, это уже вот тот третий уровень. За $400 вы уже сможете через вот свои аккаунты. Вы, мы, я очень надеюсь на это. Все мы. Вот на этих площадках выставлять товар на миллионы долларов. Просто с помощью инструментов от InfiniAI мы можем находить эти товары. Находить и отслеживать их наличие. Вот за что платятся деньги. Деньги платятся не за то, чтобы торговать здесь. Здесь можно торговать малыми количествами и без этих платформ. И продажи будут идти. Будут идти, люди не дураки. Они что, ну еще раз, да, повторюсь, но они же знают, что не хуже нас, что есть такая штука, как eBay, и есть такая штука, как
Amazon. Они могут сами, да, тут все находить, но они не делают этого. Ну, не делают, поверьте. Продажи происходят. Сейчас посмотрим другую ситуацию. Еще вот одно, да, покажу. Тут не поиск, ничего не надо делать. Вот если есть у вас время и есть желание, вы все равно еще раз можете сами сесть, зарегистрировать два аккаунта на Амазоне и на eBay. И все. И торговать без всяких месячных абонентских плат, без всяких приглашений, без ничего. Ну, выставлять там где-то в районе 10 товаров. И все. И торговать. Но сколько вы от этого заработаете в месяц? Эта платформа Infinii дает нам возможность объемов. Ну, я на игрушках как-то. Я же тоже не волк в этом деле. Вот смотрите, выбираем игрушки, да, на eBay. Выбираем игрушки. Ну, давайте вот этот, опять же, набор за 710 долларов. Какой-то бешеный набор. Столько он стоит, да, на eBay выставлен. Ну, копируем вот это. Давай, тут столько товаров, такие тяжелые страницы, поэтому загрузка идет долго. И ищем тот же товар на Амазоне. Посмотрим, сколько стоит. $490. Как вам картина, нравится? 490 эта игрушка там стоит, 710 здесь стоит. Та же самая игрушка. Что вы можете сделать, имея два вот этих аккаунта самостоятельно? Самостоятельно. Скопировать вот все эти, сколько тут штучек, все, ну, картинки тут скопировать и вставить. Ну, думаю, многие из нас давали объявления в различные газеты, там, ну, не в газеты, а вот на сайтах объявлений. Скопировал, вставил все эти данные. Тут у вас свой PayPal будет, естественно, своя Visa карта, как оплатить и все такое. Счета свои прикрутите, пожалуйста, смотрите. 500, будем округлять. 500 здесь, 700 здесь. $200 разница. И вы думаете, что не продаются тут игрушки? Смысл существования такой площадки, как eBay. Если поискать ту же игрушку, допустим, на других площадках, здесь она уже в собранном виде, вот коробка, вот такая, вот она, чтобы вы видели, все одинаково, та же самая игрушка. И на коробке, и вот здесь указывается, сколько там этих роботов, все идентично. И вот эту игрушку, допустим, тот же Infinity заказал у производителя. У нас сразу увеличивается доход. И все, вот в этом нам нужен Infinity. И мы можем держать ассортимент не одной игрушки, а 500-600 игрушек. Да, там неограниченное количество, вот на том, на высшем пакете, на 400. Это опять разговор идет о нем. А на пакете 500, на пакете 50, на пакете 150 есть возможность все это перепоручить, не регистрировать вот здесь аккаунт, не отчитываться перед налоговой и так далее. Все это мы забываем и через Springboard торгуем. Вот и все. Опять же, для примера, мы все знаем, что в киоске и в ларьке, который у нашего подъезда, там пачка сигарет или бутылка пива стоит намного дороже, чем в супермаркете, если сходить в магазин, там в Пятерочку, в Магнит и так далее. Но мы же покупаем в ларьке и сигареты, и пиво, и все такое. Хотя и знаем, что это тут дороже.
Вот почему происходят эти продажи. И мы всегда можем вернуть тот товар, который мы купили у Infinii. Вернуть товар, забрать деньги. Если мы вот эту игрушку, допустим, взяли по предложенной командой Infinii цене, заплатили уже деньги, не сделали вот такой перепост, копипаст, а купили. Купили у Infinii, игрушка не продается, мы возвращаем, забираем свои деньги. Все. Это не может быть хайпом, не может быть лохотроном по определению. Здесь торговля. Опять же, забудьте про Infinii. Научимся, как все это искать, где находить, откуда выставлять, как выставлять и так далее. И через год выходите, оставьте Infinii, торгуйте сами. Торгуйте сами. Вот и вся недолго. Ну, не знаю. Есть, оказывается, в интернете есть, кто называет это очередным лохотроном, очередным, не знаю, кидаловым. Мол, пришли американцы на наш рынок. Это все не так. Нам просто повезло, что именно эта команда решила организовать и русскоязычную поддержку, и перевести сайт на русский, все промо-материалы на русском нам предоставить, чтобы мы могли зарабатывать. Так что, ребята и девчата, это шикарнейшая возможность. Не стоит ее выпускать. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.